Математики, историки, филологи, психологи. Одним словом, педагоги. На сегодня в Чувашском государственном педагогическом университете имени Яковлева учатся более 6 тысяч студентов на 10 факультетах. Реализуются образовательные программы по 42 специальностям. Все кафедры и факультеты возглавляются преподавателями с учеными степенями и званиями. Среди сотрудников университета 62 доктора наук. В этом году в рамках проведенного мониторинга Министерством образования и науки Российской Федерации педагогический университет показал хорошие результаты. Мы в числе успешных вузов, эффективных вузов. Педагогический университет активно развивается. Начинается приемная кампания. Мы, конечно же, ждем наших абитуриентов. Все, что мы делаем, как бы это на благо нашего педагогического университета и на благо Чувашской Республики. Чувашский государственный педагогический университет – универсальная площадка для всестороннего развития личности. Руководство вуза всегда поддерживает все выездные форумы, слеты, конференции. Обучаясь в Чувашском государственном педагогическом университете, я обрела не только наставников, но и прекрасных друзей. Также я нашла любимое дело. Я училась по специальности логопедии и в дальнейшем собираюсь связать свою жизнь именно с этой профессией. Ну, так как и все мои одногруппницы тоже. Активные, веселые, любознательные, талантливые – все это про студентов ЧГПУ. За отличную учебу и участие в различных мероприятиях вуз предоставляет им возможность отдохнуть на море. Бесплатные путешествия и экскурсии – это заслуга и студенческого самоуправления. В университете действует около 50 кружков и студий. На межрегиональной выставке «Регионы сотрудничества без границ» можно из первых уст узнать, как живется в этом учебном заведении. В Чувашском государственном педагогическом университете имени Ивана Яковлевича Яковлева студенты не только учатся, но и реализуют свой творческий потенциал, участвуя в различных конкурсах и фестивалях. Одним из самых ярких творческих коллективов вуза является театр мод «Королевство снов». Сейчас вы на девушках видите костюмы из последней коллекции «Расправляя крылья». К тому же театр мод – обладатель гран-при театрального направления российской студенческой весны. Коллектив вошел в золотой фонд фестиваля. Такой чести удостоены всего 8 коллективов из всей страны.